Всем привет! Вы смотрите Sapien Channel. Вы на верном пути. Сегодня у нас необычное видео. Мы решили провести тест фотокамер. К нам в руки наконец-то попал современный фотоаппарат Canon 7D Mark II. Это очень интересная камера, это профессиональный кроповый фотоаппарат. Мы решили сравнить его с другой камерой, намного более старой, Canon 60D. Canon 60D старше семерки на два поколения, то есть между ними еще стоял аппарат 70D, который мы, к сожалению, в руках не держали, но сейчас у нас есть именно эти две камеры, 60D и 7D Mark II. И попробуем сравнить их, как они ведут себя при разной экспозиции и разных ISO. Как вытягиваются пересветы и что происходит с картинкой при недостаточном освещении. Да, кстати, простите за то, что я гнусавлю, я немного приболел, но хотелось поскорее выпустить видео, поэтому мы не стали дожидаться, пока я поправлюсь. По первому кадру кажется, что динамический диапазон у 60D выше, хотя и шума больше. У 60D по-прежнему фон читается лучше, но стал проявляться отвратительный блик, который на 7D, видимо, подавлен каким-то фильтром. При значении в 400 ISO шум у 60D становится существенным. Только сейчас на 7D стал отчетливо виден блик. Что интересно, при значительном пересвете блик начал теряться. Для наглядности увеличим контраст. Итак, шума у 7D намного меньше, а ореол вокруг осветительного прибора сильно мягче. Что можно сказать по первому тесту? Он дал очень любопытные результаты. В самом начале 60D выдавал как будто бы менее контрастную картинку, то есть казалось, что мы видим больше оттенков. Тем не менее, чем мы больше поднимали ISO, тем разница в динамическом диапазоне увеличивалась в пользу 7D Mark II. Причем увеличивала существенно, при меньшем количестве шума он выдавал больше динамику, то есть фон переставал проваливаться. По-моему, это очень классно. Разница очевидна. И 320 ISO особо ничего не показывают, потому что просто темно. А вот 640 ISO демонстрируют, что картинка у 7D ярче и отчетливее. При значении 1600 ISO существенна разница в шуме. Здесь у 60D уже очень четко виден цветной шум. Здесь у 60D шум становится просто катастрофическим, вплоть до потери деталей. 7D держится. Следующих значений ISO у 60D уже просто нету. И тем не менее, 7D выдает более приличную картинку с меньшим количеством шума и, надо сказать, нет цветного. Во втором тесте я выставлял экспозицию, ориентируясь на 6400 ISO, чтобы картинка была более-менее яркой. И, разумеется, при низких ISO от 100 и там до 640 разница между камерами почти не видна, потому что очень темно. Когда мы вышли на 1600 ISO, 7D Mark II начал, очевидно, обгонять 60D, то есть картинка более резкая, менее шумная и, опять-таки, что удивительно, лучше динамика.
Также обратите внимание, что 60D не обладает возможностью включать 12800 и 16000 ISO, и мы сравнивали 6400 ISO с этими значениями. Тут 7D Mark II однозначно очень сильно обогнал своего старшего братца. И в итоге можно сказать, что теперь, когда у нас появилась такая камера, старичка 60D можно смело отправлять на пенсию, у него выросла достойная смена. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, тем самым вы мотивируете нас создавать новые и новые видео. До новых встреч, друзья!